Что такое парус? Это люди. Команда, без которой ничего не будет. Зрители, артисты, друзья, фестивали. В Москве и в Питере, и в дальние, и в дальние. Итак, друзья, мы продолжаем. Ирина Петровская. Сверток, мокрый ворот разорвав. И когда вода раздавит в трюме крепкие бочонки, он увидит, погружаясь в атлантическую мглу, тонколицая колдунья, большеглазая девчонка с фотографией грошовой улыбается ему. Песня, написанная Сергеем Швецом на стихи Дмитрия Кедрина. Я хочу еще одну попробовать песню спеть Сергея Швеца, написанную на стихи Эдуарда Багрицкого. 1915 год. Дата написания стихотворения. Встает зеленый пар над синевой зыбей. И небо вдалеке прозрачно голубое, и месяц, опьянев от тишины и зноя, разорван на куски ударом тонких рей. Скелеты бригантин, как черные бойцы, вонзили копья мачт в лазурную бумагу, и пурпурный корсар устал точить шпагу, чтоб гибель разнести в далекие концы. Храпит, и юнга.
погружен, вдыхает синий дым из жерла черной трубки. И в кружеве огней мерещатся сквозь сон боющий звон серег и пурпурные губки. И сабли длинные о грязный пол стучат, и пиво едкое из бочек брызжет в кружки, а утром медные на них направят пушки. Подплывший к пристани сторожевой фрегат. Спасибо. Спасибо. Ну, с днем рождения парус, с днем рождения нас, с днем рождения Серегу, который тут совсем недавно праздновался. А я сейчас хочу пригласить на эту сцену. Разошлись. Андрея Власова. Да. Так, тебе твою гитару, я так понимаю, да? Аккорды сердца Петербурга. Тогда нужно убрать вот это, потому что иначе тебя будет видно. Тут у нас специально это, который повисит для того, чтобы... Да, обязательно. А как? Вот. Чтобы запах моря был. Такого я еще не видел. Без козырку снял в 82-м, Северный флот, Баренцево море. Дорогой клуб «Парус», я как-то за последнее время, вот, приходя сюда, действительно собирается такая, ну, так мягко скажем, компания, от которой хорошо в душе становится. Все эти концерты, вот, желаю всем побольше петь. Без песен мир, правда, пресен. А «Парусу» и отдельно Сергею Нотику, конечно, здоровья, попутного ветра. Ну и 7 футов тут уже. Если кто-то под парусом ходил, то команду, которую я сейчас скажу, наверняка знает. До поворота вверх так, клевер, раздернуть, фокус тянуть. Кто-нибудь знает это, нет? Никто не слышит. Знает. Один человек знает. Уже хорошо. Вот. Мне довелось по-финскому, поэтому так это интересно, да. Ну а какой же ты моряк, если ты под парусом не ходил? Ну вот как-то, да? Вот. И, собственно, а какой же ты моряк? Какой же ты моряк, когда ты с печки брёл? Какой же ты герой, когда штаны с дырою, но не сдается никому? Дырявый наш моряк, хотя ему надо пара-парою. Хотя ему пора быть задым на дрова, рутинный талон. Прочие отходы, но мы бодры и веселы, и мы тыщем ура, чтоб знали все, как тонут пароходы, чтоб знали все, что мы великие умы, чтоб знали все, что нас задешево не купишь, везде от моря черного до белой Колымы мы трудностям показываем кукиш. Ах, наш узенький вес фактически исчез, и может от того мы попросту не тонем, и пусть для нас грядущее безумно темный лес, отдать концы, зажечь танцы по коням. Какой же ты
что девушки меня простят. Сначала... У него специальная гитара, она ловит еще и радио. Сначала действительно был такой случай, я коротко, был я студентом, был у меня приятель, до 6 работали катера по каналам и рекам, после 6 все домой, да? Ну, все домой, а мы на катер. Ну и поплыли мы все вместе, значит, плывем, и девушка одна очень хотела сделать фотосессию, вот со штурвалом, в общем, на штурвале или так, что еле ушли от опоры моста, по таким трудом, это просто страшно. А потом появилась песня, я когда услышал, я случай узнал сразу. На нашем корабле без капитана, без паруса, без мачты и бортов, на нашем корабле без капитана. Без паруса, без мачты и бортов, в любые неизведанные страны я в тот же миг отправиться готов. Лишь только ты меня не покидала, лишь только не кончалась пожесть, лишь только б ты стоял у штурвала. Настоящие моряки у нас в клубе. Хотя, если честно, я ходил в кругосветку. И не раз. Три раза. Нет, три раза. Да, на самом деле, я не шучу, я ходил. Это была Жигулевская кругосветка. Вот, совершенно шикарно. Сколько было Жигулевского? Много. Нет, ну... Это же не шутка, на самом деле. Это, вот если кто-нибудь помнит карту России, то на карте России Волга течет вот с севера на юг, а потом в какой-то момент она упирается в Жигулевские горы. И вот, обходя Жигулевские горы, она делает вот такой вот крюк и плывет, и, значит, течет дальше, спадая, как вы правильно знаете, в Каспийское море. Правильно. Так вот в этом вот месте, где Волга начинает огибать Жигулевские горы, там между Усой, притоком Волги, и Волгой, которая уже внизу, там 2 с небольшим километра. То есть вот по легенде, хотя говорят, что это правда, Степан Разин, когда брал Самару, которая находится вот на этой карте, вот тут вот, вот, они все его ждали снизу, а он по-хитрому, он вот до этого крюка доплыл, перетащил ялы свои, или что там у него были, струги там, не знаю, через вот этот перешеек, и все ждали там, что он попадет снизу, приплывет, а он приплыл в Самару, и пока там народ его, значит, ждал, собственно, там, типа, ну, где же Степан Разин и прочее, он Самару, значит, уже спокойно грабил там, и так далее, то есть вот сзади нефти. Вот, это место, эта деревня, которая, значит, находится в том самом месте, она так и называется Переволоки. То есть в этом месте, где переволакивал струги он. Ну и, соответственно, мы свои ялы тоже точно так же там переволакивали. Ну, то есть Самару хотели взять, да? Не, ну вот мы сверху плывем. Мы, вот кругосветка, она отличается от других тем, что там, в принципе, если ты даже не будешь грести, ты все равно попадешь туда, куда нужно, потому что ты плывешь по течению. То есть некоторые, в общем, так и пользуются. Они, конечно, позже всех приходят на место, своим ходом, как это, как вот, по воде, ну, в общем,
Ходит, ходит, да, все правильно. Вот, сплавляется, плывет. Вот, остальные ходят, то есть они гребут. В это время культурная программа. В общем, 7 дней без сна практически, потому что ночью поют песни. Вот, а днем гребут, но отсыпаются на ялах перед сменах. То есть ты погреб, раз и спишь. Так что вот у меня 3 раза я ходил в Жигулевскую кругосветку, так что я, в общем... Капитан. В принципе, нет, не капитаном я там не был, я был юнгой. Я был тогда гораздо хуже. Вы что, вот, я же, если в ял сяду, он же утонет. Не, погоди, давай проверим. Поехали снова. Не-не-не, что-то мне не нравится. Ну вот, что ты... А мой брат, например, он ходит вот сейчас, то есть он постарше меня, вот, они вот на майские праздники, как раз там 29 или 30 числа, они выплывают из Тольятти и, значит, под парусами и под веслами все это дело делают. Вот, так что, в общем, я тоже к этому имею какое-то отношение. Да, у нас был случай, когда мы искали фарватер, потому что мы стояли... То есть это Волга, 2 километра туда, 2 километра сюда, тут, значит, ял, а перед ялом мужик ходит в воде и ищет, где глубже. Вот. А я, значит, в это время держал в центре ялы гитару, чтобы ее в суете не затоптали, потому что мы сели на мель поселить в Волге. Вот. Ну, это все проза, а мы переходим дальше к лирике. Вот. И я приглашаю на сцену Максима Кореневского, тоже бард-клуб «Парус». Так, это тебе. Спасибо. Переходящая шляпа. Да? Да, можно. Переходи. Где-то там красные шаровары, у нас замечательная кепка. О, треуголка. Жди меня. Да. Да, Сергей напомнил мне, что, оказывается, я тоже ходил в кругосветку, но только не в Жигулевскую и не в настоящую, а вот здесь вот по Вооксе у нас на Карельской перешейке тоже есть кругосвет. Так что, если кто не ходил, всем очень рекомендую, там тоже очень здорово. А песню первую, которую я спою, она, в общем, продолжает тоже мысль Сергея о том, что иногда очень хочется вырваться из повседневной рутины и куда-то сбежать, желательно в море. Эту пряную перину море вынесло на берег, солнце воду испарило, получилось хорошо. Я пришел и деду скинул и прикрыл рубахой спину и завел. Под синей, подсоленной водой. Это в родинках корабликов корявая спина. Эти раки, эти краты, это крепкая волна. Этот берег, он как счастье и от пропасти вершок. Я прикрыл глаза от счастья, получилось хорошо. И забел, и заискрился океан в моем мозгу. Сухопутная крыса, и торчу на берегу. Мне бы ветер, мне бы качку. Тему, естественно. И там как раз упоминается тоже
парус. А зря никто не верил в чудеса. Но вот однажды летним утром рано над злой Коперной Алой взметнулись паруса, и скрипка разнеслась над океаном. Океаном над злой Коперной Алой взметнулись паруса, и скрипка разнеслась над океаном. Глаза не три, ведь это же не сон. Ведь алый парус правду гордо реет над бухтой, где отважный Грей нашел свою осоль. Над бухтой, где осоль дождалась Грея, Грея над бухтой, где отважный Грей нашел свою осоль. Над бухтой, где осоль дождалась Грея. А рядом корабли из дальних стран тянули к небу мачты, словно руки. И в кубрике на каждом одинокий капитан курил, молчал и думал о подруге. И в кубрике на каждом одинокий капитан курил, молчал и думал о подруге. С любимой легче волны бороздить, и соль морскую легче есть на пару. Ведь без любви на свете невозможно было бы жить, и стал бы серым даже алый парус, алый парус. Ведь без любви на свете невозможно было бы жить, и стал бы серым даже алый парус. С днем рождения, парус, и любви вам всем. Благодарим Максима Криневского. И продолжаем тему «Ассоль». Да. Так вот, случайно получилось, да. А вы говорите, сценарий писать. Понимаете, что его правишь просто на ходу просто, потому что у нас вот есть Ассоль, которая поет сейчас одну песню. Да, мне надо. Да-да-да, пожалуйста. Одна песня, мне очень жалостливая песня. Так, жалостливая? Так, все приготовили платочки, платочки приготовили. Можно здесь, да? Называется «Повзрослевшая Ассоль». Мы не выделили роль, хоть давно я в парусе. Подросла во мне Ассоль, ну и что теперь? Никому я не нужна, даже сплю на камбузе. Вот такая канитель, а в глазах копеек. Но я все же бодрячком, жизнь моя не кончилась. Выпью рюмку с коньячком, замолю грехи. Ранним утром босиком я пройдусь по палубе вместе с легким ветерком. Напишу стихи. Ранним утром босиком я пройдусь по палубе вместе с легким ветерком. Напишу стихи. Повзрослевшая соль, это вам не хахоньки. На губах морская соль, солнце в волосах. И скрывая грусть и боль, за полком памяти я несу свою любовь в белых парусах. И скрывая грусть и боль, за полком памяти я несу свою любовь в белых парусах. Сейчас я хочу пригласить Игоря Андреенко. Игорь, тоже клуб «Парус». Сидя. Стоя. Стоя лучше.
Песня называется «Капитан». Как гитара. Скажи, капитан, куда уносится твой корабль? Кругом ведь одна вода, а вместо команды крабы солнце за горизонт уходит столь торопливо. Догнать его не резон, но как, черт возьми, красиво. А здесь остается все то, чем ты жил, все то, что любил ты и чем дорожил. Судьба не забыта, душа рвется вдаль, но трюм открытый, в них льется печаль. Скажи, капитан, зачем тебе похождения эти? Ты будешь не спать ночей, а утро не сможешь встретить. Конечно, ты молодец. И душу крадет русалка, но женских тебе сердец отныне не будет жалко. Растоплена взглядом даль, и море кипит за бортом. Что ж Бог тебе не додал, одни впереди заботы. Но если ты хочешь след оставить своим походом, то в море следа и нет, он тает в зыбучих водах. А здесь остается все то, чем ты жил, все то, что любил ты и чем дорожил. Судьба не избыта, душа рвется вдаль, но трюм открытый, печаль. Скажи, капитан, куда уносится твой корабль? Спасибо. Можете репетировать по полгода. А посмотрим. Нет, не будем смотреть за окно. Хорошо, да, вот здесь преимущество. Мы сидим как в трюме, да, ничего не видим. Вроде весна на календаре, за окном неизвестно что. Как дожить до лета? Зиму пережили, стало чуть теплей, только вяжет жилы дней тягучих клей. На озябших ветках мертвая листва. Эй, весна кокетка, где ж твои права? Со снегом, вот вам и апрель. Все хотело небо в серую шинель. Это безвременье, лежбище тоски. Сидя на измене, вновь сушу носки. Как дожить до лета без поводыря, без бронежилета? Вот уж это зря. Мне согреть бы душу, кинуться в исконь, выбраться на сушу, к Богу на ладонь. Злые лесорубы, гой кричат вдогон, только стиснули зубы, больше ничего, все мое оружие, клеточка ума, болью перегружен, пью один туман и озноб по коже. Моросью лежит, а душа не может, ежится, дрожит. Но я ж не буду вечно ангелом хранить. Что же так беспечно обращаюсь с ней?
жили лето, вот уже это зря. Мне согреть бы душу, кинуться в исконь, выбраться на сушу, к Богу на ладонь. Зря мне согреть бы душу, кинуться в исконь, выбраться на сушу, к Богу на ладонь. Не, ну погода действительно нам такие... У нас когда-то вчера или позавчера Настя рисовала очередную афишу для этого, для живой струны. Название вечера, да, называется «Скоро лето», там пейзажик такой красивый, речка, зелень и прочее. Я говорю, слушай, шикарная афиша получилась, но все-таки нужен заснеженный пейзаж. Вот. Ну так, на всякий случай. На всякий случай, да, скоро. Значит, если лето будет такое, все вопросы к Нотику. Все записали, все запомнили. Мы, понимаешь, мечтаем о зеленом... Все вокруг, да, ну, о солнышке, а тебе, понимаешь, снег все подавали. Понравилось, что ли? Нет, ну вообще, конечно, это смешно, когда-то в эту середину апреля люди на лыжах так парят. Так ты же рад, тебе на велик не сесть, я же понимаю. Сдала как пахнет. Не слушай. Ладно. Все-таки давайте на морскую тему. Я хочу попросить, вот я балдею от этой песни, вот, Эрика Асташева спеть песню «Весла на воду», потому что, ну вот оно, да. У тебя своя гитара. Это хорошо. Итак, музыкальная среда, Эрик Асташер. Шляпу на не забудь. Даже подождите, он у него свой образ. А, но все-таки это действительно это настоящая песня. И держи, пальчик. Гребцов на галерах. Вот, ну, в кругосветке так, собственно. То есть вот вы можете это представить, вот приблизительно так, как у него в песне «Мы там и гребем». Еще у нас проходит кругосветка на скорость. То есть вот мы проходим кругосветку за 7 дней, то есть неделю мы плывем. Значит, когда на скорость народ плывет, а не за сутки. Ну, можете себе представить. Вот. Ну, наверное, это как раз про тех, кто гребет по-настоящему. Ну, я подумал, что Настин кушак на моей голове будет уместен. Песня «Гребца на галерах». Не все ж под парусом пройдет. Небо синее, вверх. Море синее, вниз. И дрожит горизонт жарким маревом, отрешенно от всех, не цепляясь за жизнь. Я плыву меж стихий черным ангелом. Я качаю весло, не со всеми успеть. Наш дом, где команда как плеть, весла на воду. Берег мой далеко, может.
может, не доплыву. Но богами клянусь, не печалюсь я, там не встретит никто, все исчезло в войну. Только пепел кружит на пожарище и качается мир, так движению весла. Как моряк в порту. И реальности нет, лишь команда одна, весла на воду. Я сжимаю весло, корабль полагу, разрывая тугую морскую плоть. Здесь мое ремесло, здесь мой якорь в порту. Я плыву, я живу, всем богам назло. И хоть разум мой тверд, все же верю с трудом, что как одержимый я жду, когда солнце взойдет, прозвучит словно гром. Команда мне знакома, потому что у нас тоже. Правда, у нас там еще есть Табань, вот, и много других, потому что, в общем, когда-то вот эта куча ялов гребет, и, значит, нужно резко затормозить. Табань! Вот, и поэтому. Вот. Так, а тут еще продолжается. О, давайте тогда я пока не перевоплощаются, я еще поболтаю что-нибудь. Вот, там же тоже во время кругосветки, там пишется куча песен. Ну, понятное дело, песни пишутся на известные мелодии, то есть вот у нас была замечательная как раз по поводу Табань. Табань, куда гребем в такую рань? Табань, а ну-ка, мальчики, а ну-ка, девочки, Табань, пускай на горизонт, за горизонт играй. Эх, Волга-матушка, Табань. Ой. Такой случай. Я сюда пойду. Предыстория такова. Не так давно Настя позвонила мне и попросила написать поздравлялку для паруса. Ну, вообще, мы с ней давно знакомы, но она не знает одну вещь. Я не умею писать поздравлялки, во всяком случае, такие, какие пишет она. Такие вот радостные, праздничные. Но я, тем не менее, легкомысленно на все это согласился и стал сразу писать. И когда написал, понял, что, конечно, у меня никакая поздравлялка ни разу не получилась. А получился дружеский шарж. Ой, тем лучше. А она клуб «Парус» от «Музыкальной среды». И чтобы вам было все понятно и не шокировало то, что вы услышите и увидите, этот шарж исполняет два персонажа. Две дуры. Дура брутальная, ее озвучивает Оля Зеленская. Ой, подождите, сначала вот так. Подержи, сейчас. И дура нежная. Это я. Страшное дело. Диалог двух. Меня нету. А? Меня нету. Вот это ты.
прошли. Значит, здесь на яхте всех катают? И песни здесь поют, по лишний вес. А мне мой вес ни капли не мешает. Лучше б сняли мне душевный стресс. Душевный стресс, он словно бес. Он накрывает нас и спереди, и сзади. И мы порою восклицаем Бога ради, чтоб он исчез, душевный стресс. Ну что ж, концерты в Африке, концерт. Концерт Киркорова я долго не забуду. Скажите, милочка, а Пугачева будет? Певцы здесь лучше, чем ваш любимый Фирт. Нотик здесь по имени Сергей. Он гораздо лучше Пугачева. А если с Юфи там поют дуэти с Юфи, то в душе моей сплошной ей. А Ира Беодровская, о, шарман, исполняет целую новеллу про некую Матвееву, наверное. Крошка, я читала тот роман. Душевный стресс, он накрывает нас и спереди, и сзади. И мы порою восклицаем Бога ради, чтоб он исчез, душевный стресс. А посущественнее что-нибудь, обед. Я заказала бы селедочки с картошкой, оладьев со сметаною немножко. Но здесь артисты, а люди на десерт. Смотрите, Вадик Елисеев здесь. О, Эрик, представляете, Асташа. Что там за Эрик? Стал быть, не из наших? Тут наши все, и все снимают стресс. Душевный стресс, он словно бес. Он накрывает нас и спереди, и сзади. И не помогут вам ни сельди, ни оладьи, чтоб он исчез, душевный стресс. Ах, милочка, я словно ожила. Я в парусе душой помолодела. Я нотика Сергея захотела, а в Юфи-то навеки влюблена. А Беатуовская? О, это боже, да. Я у Наташи с Настей все куплю билеты. Прекрасны здесь ветчинные билеты. Прекрасны здесь ветчинные рулеты. И лечит стресс спагетти карбонар. Душевный стресс, он словно бес. Он вечно наши души днем и ночью вложит. И парус 10 лет старается как может, чтоб он исчез, душевный стресс. Смотрите, Вадик Елисеев здесь. Эй, представляете, Асташа? Не может быть, и Оля Зеленская тоже. Понимаю. Какой у нас читатель? Ну, если уж не уходить от тематики, барды вообще умеют к какой-либо тематике присандаливать все, что они поют. Вот, поэтому скажу так, мы сейчас исполним песню про ночной город, он тоже в тематике, потому что город морской, город портовый, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вообще дарят обычно то, что сделано своими руками, поэтому... Вадик, скажи мне что-нибудь в микрофон. Раз. Ура! Как но не зимой, а теплым летом. Кто говорит, что город спит, глупость это? Образ
час ночной жизни такой мне по душе. Ритмисинку, танец нон-стоп, я иду почти танцуя, слыша уличный рэп. Я исполняю свой степ-бай-степ, шарк, шарк и поворот, словно иду на взлет. Стук каблуков, запах духов, смех приглушенно. Сказочный свет, звук в букет, все отрешенно. И вижу я, чувствую я в этом во всем. Летнюю ночь, темную ночь, и еще, конечно, слышу шаг. Плюс спецэффекты, хорус и холл. Я здесь, словно артист, и степ-бай-степ на бис. Город ночной, но не зимой, а теплым летом. Что город спит, глупость это. Плюнь на режим, дай бог с ним, выйди сюда. И ты поймешь, как он хорош, как хорош твой город ночью. Слыша уличный рэп, ты с ним исполнишь свой степ-бай-степ. Шаг, шаг и поворот, словно пойдешь на взлет. Джаз, блюз и рок-н-ролл, плюс спецэффекты, хорус и холл. Ты здесь, словно артист, и степ-бай-степ на бис. Every night, every night, oh, yeah, yeah. Ты с ним исполнишь свой степ-бай-степ. Шаг, шаг и поворот, yeah, yeah. Словно пойдешь на взлет. Плюс спецэффекты, хорус и холл. Ты здесь, словно артист, и степ-бай-степ на бис. Да, заберу трубку. Излишний стресс, мы тут сами. Да, излишний стресс, да. Душевный стресс, это замечательно, конечно. Ой. Вот особенно мне понравилась там где-то одна строчка. Ну ладно, дело не в этом. А, тут такая фигня, что существует еще одно очень такое интересное объединение в нашем городе, которое объединяет много клубов, помимо вот этого. Это такой, как это сказать, бардовская черт, я никак не помню, как это правильно произносится. Ну, вы поняли, о чем я, да? Вот, значит, и регулярно каждый год я там исполняю какие-нибудь роли. Вот в этом году я стал тут душелюбом и... Нет, я душегубом и людоедом, вот. Вот. И я, собственно, приглашаю на эту сцену Игоря Кармановского, Ирочку Лившиц и компанию. Еще я могу сказать следующее, что на самом деле вот в становление клуб «Парус» и Игорь, и Ира вложили в свое время очень много силы, души. Но потом пути разошлись, и они пошли дальше и стали... Я бы сказал, крупную, прям вот, ну, помельче меня, конечно, но, в общем, ничего так, крупная. Ты даже не сравнивай. Коля, поздравлял свой шарф, Коля. А у вас как, гитара надо? Не знаю.
Я на сцене вижу одну. Ну ладно, бог с ним. Нет, ты сюда, вы смотрите. Так, а еще ребенка есть? Да, есть. Ой. А тебе тоже надо? Ой, великоват. Нет, пиши. Может, тебе его? Нет, я сыграю. Так, давайте я сюда просочусь. Давай. Что сделаешь? А если Серега свою тельняшку отдаст, то туда три человека влезет. Добрый вечер. Добрый вечер. Ой, терапия поплыла. Куда? Под парусом. Да пуза-то нету, она и поплыла. Куда-то, не знаю, свободное плавание, наверное. Ну что, добрый вечер. Хочется поздравить, естественно, клуб «Парус». Тут уже многие до нас это делали. Вот. Ну, мы не будем оригинальными, наверное. Но все-таки хотелось бы сказать несколько слов. Так как клуб «Парус» является для нас очень дорогим, очень близким, родным клубом, когда-то действительно мы именно из него вышли и отправились в свободное плавание, то нам очень хотелось подарить что-то необычное. Да, мы очень это хотели сделать. Вот можно сказать, ночь не спали. Это правда. Да. Ну, в общем, короче, немножко не получилось. Как говорится, хотели как лучше. Получилось, как всегда. Нам очень хотелось вспомнить тех, кто начинал клуб, кто стоял у его истоков. Участвовал в становлении и продолжении традиций этого клуба. Вот, поэтому мы решили подготовить такой необычный подарок, альбомчик такой. На десятилетие, где бы отразить всю... Все 10 лет жизни 10 лет этого паруса. Да. Вот выглядит он вот так, я могу его показать. Но так как нам вот не хватило времени, вот выглядит он. Вот. Мы вам вот его так покажем, вот, но вот, не отдадим. Вот он вот начинается вот так, Лиговский 80, ну и так далее, да. Это как в этой Простоквашине, да, в общем, посылку я привез. Только я вам ее не отдам. Мы обещаем. Потому что у вас документов нету. Мы обещаем в следующем концерте обязательно. Реабилитироваться нам осталось совсем чуть-чуть. К этому, к окуневому вечеру. Как раз. Я думаю, что раньше. 9 числа. У нас это следующий. 9 июня. К окуневому точно. Я думаю, что мы сделаем значительно раньше. Просто нам не хватило буквально нескольких часов. Да. Но поздравления. Да. Тем не менее, мы сделали. Мы сделали. Вот. Значит, ну, а насчет поздравления как? Я сначала написал, значит, сейчас я пытаюсь все-таки писать короткие песни. Пытаюсь. Очень пытаюсь. Ну, вы же знаете, какие песни я писал обычно. Вот, я пытаюсь. Ну, написал там 4 куплета каких-то там, да, каких-то 4 куплета. А потом плюнул, вспомнил молодость и написал еще 4. Поэтому уж извините. Клуба в Питере навалом, их пришло немало к вам на торжество. Парус, клуб уже бывалый, на столе запало, хватит у него. Эти 10 лет в жизни все проходит быстро, и промчались быстро эти 10 лет. Тех мы вспомним под аккорды, кто ушел, но твердо выбрал курс вперед.
встретит не скоро старость, так что прочь печаль. Да, это мы. Да.